Пока большая часть населения наслаждается летним отдыхом, некоторые жители Десногорска заняты кропотливой работой на спортивной арене. Так, в специализированном зале Якимовической школы в усердных тренировках проводит дни кандидат мастера спорта по боксу. Джеб, апперкот, стрет. Для профессионального боксера это не просто слова, и бокс для него не просто спорт, а выверенная стратегия и хорошо продуманное построение боя. Юрий Лилик – один из таких людей. Сам он признается, что в спорте оказался случайно, но ни разу об этом не пожалел. От того дня, когда он в первый раз вышел на ринг, его отделяют годы. Заниматься начал с детства, наверное, с 2006 года. Понравился бокс, на улице делать было нечего, пришлось прийти в спорт. Юный спортсмен сразу попал под тренерскую опеку Владимира Гречина, с которым он тренируется до сих пор. Результаты усердных тренировок не заставили себя долго ждать. Сейчас у Юрия в арсенале почти все возможные награды. Почет и уверенное лидерство на всероссийской боксерской арене. Готовимся и постоянно выступаем на всероссийских соревнованиях класса А. Юра входит в сборную МГФСО, это московская организация. Выступал он неоднократно на первенстве города Москвы. Вот. И за город Москву выступает на всероссийских соревнованиях класса А. В ближайших планах спортсмена выполнить норматив мастера спорта. Сейчас он активно готовится к сборам, которые пройдут в городе Чехове, где его мечта, наконец, сможет воплотиться в реальность. Я готовлюсь к мастерскому турниру. Это турнир класса А. Там выполняют мастера спорта России. Моя мечта выполнить мастера спорта России. Я буду первым человеком в городе Десногорска, мастер спорта по боксу. Хочу выполнить нормативы и вообще в дальнейшем связать со спортом жизнь. Тренировки, как и прежде, проходят в Якимовической средней школе. При поддержке директора Сергея Тарасенко боксерский клуб появился здесь 6 лет назад. С тех пор секция пользуется популярностью не только у подростков. Взрослая группа, которую Юра тренирует, он занимается со взрослыми ребятами. То есть, выступая сам на ринге, еще и ведет тренерскую работу. Профессиональный бокс для большинства мальчишек – это тяжелое испытание силы и выносливости, которое под силу далеко не всем. Юрий Лилик своим примером говорит, что бокс можно полюбить и приручить. А после того, как это сделаешь, он станет для тебя источником энергии и здоровья. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.